В администрации Северского района провели очередное расширенное аппаратное совещание. Главным вопросом повестки стало обсуждение планов социально-экономического развития муниципалитета. По итогам прошлого года средняя заработная плата в сфере промышленности достигла 52 тысяч рублей. Высокий показатель сложился благодаря двум нефтеперерабатывающим заводам. На территории района по состоянию на 1 января 2023 года ведут деятельность более 3500 юридических лиц, более 1000 индивидуальных предпринимателей и более 5500 самозанятых граждан. Северский район по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, несмотря на ряд сдерживающих факторов. В 2022 году общий объем инвестиций составил больше 35 миллиардов рублей, то есть 131% по сравнению с 2021 годом. В планах на будущий период до 2030 года довести этот показатель до 50 миллиардов рублей. Но есть факторы, которые сдерживают инвестиционное и социально-экономическое развитие района. Это отсутствие резерва свободной мощности в сетях, газа и электрораспределения. Это земельные участки, которые мы предлагаем, не имеют подъездных путей. Нет возможности их благоустройства, нет возможности подключения к сетям или вообще они не соответствуют виду разрешенного использования нужному инвестору. Ксения Лиутская уверена, что решение хотя бы части озвученных проблем позволит в разы увеличить показатель по привлечению инвестиций. Главам поселений поручили учитывать интересы инвесторов при изменении генпланов и рационально использовать имеющиеся свободные земельные участки. Обсудили также реализацию проекта бесплатной социальной догазификации домовладений. Сначала программа социальной догазификации по настоящее время всего принято 1249 заявлений. Из них подписано договоров 1166, вот. В работе договоров 78, то есть на подписи заявителя находится исполненных договоров до границ земельных участков всего лишь 95 штук. Количество подключенных объектов 48. Планы по подключению абонентов на год 110 абонентов. Текущие планы подключения новых абонентов ставят под сомнение исполнение программы догазификации. Представители «Газпром» пообещали увеличить количество строительных бригад с 4 до 9. Однако и это чрезвычайно мало для успешной реализации программы. Существует еще одна серьезная проблема – дефицит пропускной способности газораспределительных станций района. 5 из 8 станций не имеют свободных мощностей для подключения новых абонентов. Потребность в их модернизации увеличивает сроки исполнения проекта.